Ворованные деньги возвращены с гешефтом. Странные действия хакера привлекли внимание к стартапу. 20 тысяч эфириумов вернул анонимный хакер на кошелек израильского блокчейн-стартапа CoinDash, сообщается в блоге компании. В сентябре прошлого года хакер вернул 10 тысяч эфиров. С этого же кошелька эфиры и поступили обратно. С учетом двух обратных транзакций, сумма возвращенных денег равна приблизительно 20 миллионам долларов, в то время как летом прошлого года украденные 37 тысяч эфириумов были равны только 10 миллионам долларов. То есть ущерб от взлома возвращен в двойном размере. Израильское подразделение по борьбе с кибертерроризмом извещено компанией CoinDash о данной транзакции. Запуск проекта запланирован на 27 февраля.